Всем привет, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе» и я Владимир. И сегодня у нас новая распаковка. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале «Китай стал ближе». Сегодня на распаковке у нас будет очень интересная вещь. Точнее, вещь. Сегодня мы распакуем детский комбинезончик. Давайте посмотрим, как он выглядит на сайте. Да, вот именно вот так. Вот здесь видно цену и все остальное. В общем, вот он на сайте, вот магазин. Будем смотреть, будем проверять магазины. Заказывали вещи в разных магазинах. То есть это вот один комбинезон. Дальше будут еще эти комбинезоны. Будем проверять качество. Хочу найти хороший магазин детских вещей. Ну давайте сегодня начнем вот с этого. Значит, посылка шла 3 недели, оценена 5,90, хотя стоит дороже, весит 200 грамм. Посылка шла с заказным отправлением, то есть все отслеживалось, все нормально. Единственное, вот здесь чуть-чуть порвался пакет, но внутренних повреждений нету вроде, все нормально, запаковано все хорошо. Что ж, давайте вскроем, надо как-нибудь аккуратно вскрыть, чтобы не повредить. А вообще можно, наверное, порвать вот здесь, где порвался уже пакет. Мы сейчас порвем с вами. Все, пакет пустой. Здесь запакован он еще целлофан. Еще запакован целлофановый пакетик. Открываем целлофановый пакетик. Достаем. Первое, что в китайских вещах — запах. Запах здесь отсутствует напрочь. То есть ничем не пахнет. Это первое, что уже радует. Значит, что идет в комплекте? Сам комбинезон. Никаких пятен, никакой грязи вроде нету. На ощупь такой толстенький, довольно-таки хорошенький. Что еще идет в комплекте? Еще идет, пристегивается вот такой вот капюшончик. Он пристегивается на пуговках. Идут раз, два, три, четыре пуговки. Пристегивается капюшончик. И идут вот такие вот пинеточки. Тепленькие пинеточки. Давайте посмотрим по качеству швов. По качеству швов давайте откроем. Раскрывается полностью, абсолютно полностью раскрывается, все чистенько, никакой грязи, ничего нету, все аккуратно, все чисто. Здесь написано что-то по-китайски, циферка 100, интересно, найду я бирочку, как стирать. Вот, да, есть бирочка, как стирать, 30 градусов, могу показать, увеличу поближе, потом сфотографирую, сделаю. Значит, качество. Отличное качество. Швы отличные. Все прошито хорошо. Еще попробуем, что будет после стирки. На ощупь хлопок. Ну, что я вам могу сказать? Пока нравится. Посмотрим, как поведет себя после стирки. Сядет, не сядет. Окрасится, не окрасится. Пока все замечательно. Значит, какие вердикты? Швы хорошие. Швы хорошие. Запахов нету. Здесь вот небольшие ниточки от пуговиц, небольшие ниточки, но я думаю, ничего страшного. Это один из первых комбинезонов, дальше будут приходить еще детские вещи. Будем проверять, будем искать хорошие магазины. Почему решил именно еще подзаказывать детские вещи? Хочу найти компромисс, то есть покупать детские вещи у нас здесь, вот такой комбинезончик стоит от 1,5 до 2,5 тысяч, есть и дороже. Там они по 900, 800, 900 рублей. То есть, можно ли заменить китайскими вещами? Я просто знаю многих людей, которые заказывают на том же AliExpress вещи и довольно-таки хорошего качества. Хочу найти хорошие магазины. Ну что ж, сегодня по распаковочке вроде все. Вот такая была небольшая распаковочка. Качество материала хорошее, все очень мягенькое. Не знаю, как насчет гипоаллергенности, но, по крайней мере, запахов нету. Это уже хорошо. Постираем, посмотрим, сядет или нет, окрасится или нет. Пока все замечательно.
оставлю ссылочку на товар ВКонтакте, оставлю ссылочку на товар под видео. Заходите, смотрите, покупайте. Магазин будет добавлен в избранное. Ну, вроде все. По ссылке, по распаковке вроде все сегодня. Была вот такая коротенькая распаковочка. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, спрашивайте. Может, что-то еще не досказал. Ну, вроде все, швы хорошие, все хорошее. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Всем до новых встреч, пока!